Эй, всем привет, это Дава Дым, и сегодня у нас на обзоре довольно-таки интересный, крепкий, но при этом мягкий американский табак. По крайней мере, сделано все так, чтобы реально верить этому, американский он или нет. Азур табака. Вот такая вот упаковочка, 50-граммовая, сразу не будем это растягивать на 15, 40, 30 минут, быстренько пройдемся по этому табаку. Азур табака — это бленд Вирджиния плюс Берли, соответственно, 50-граммовые пачки, что очень удобно, когда у тебя нет денег купить, там, допустим, 250 грамм, да, но на развес как-то палевно покупать, то Азур табака пошел, наверное, навстречу всем таким людям, которые, ну, не могут себе позволить. Я, допустим, тоже не думаю покупать себе, допустим, 250 грамм, допустим, того же Кейн Минта, да, но и на развес я как-то тоже боюсь это покупать. Поэтому Азур табака сделали 50-граммовые пачки, и довольно-таки это неплохо. Собственно, это американский бренд табака. Здесь все, собственно, на американском, американский домен, и реально можно этому верить. Также он очень, как я и говорил, очень крепкий, и, собственно, у нас он здесь уже забитый, греется, и давайте попробуем, собственно, его уже взорвать. Собственно, лед уже тронулся, у нас здесь забита Berry Mania, вкус Азура, и, собственно, Cane Mint, тоже вкус Азура. Чашка у нас от Art Bar, Russian Орел, и, конечно же, McLeod Zen, самая дешевая модель кальяна, не считая банки. Так вот, идем дальше по этому табаку. Что я хочу сказать? По жаростойкости очень жаростойкий. По насыщенности вкуса реально насыщенные такие органические нехимозные вкусы. Да, это мой первый кальян, и сейчас у нас утро на дворе. Я недавно только проснулся, и поэтому сложновато курить этот табачок. Он очень крепкий, достаточно крепкий, не очень крепкий, достаточно крепкий именно в плане накуривания, но не в плане горлодерения, да, там просто никогда он вам ебашит по горлу. У него очень обширная линейка вкусов, вы заметьте, все вкусы стандартные, то есть очень понятные по названию, что в данной пачке лежит, без всяких там забугорных фантазий какого-то человека, который отвечает за вкусы. Также, что еще хотелось сказать про него? Курица, он реально круто, меня вот с него поднакрывает. Очень хороший, я бы даже сказал бы, знаете, взял бы на себя смелость сказать, что это некая альтернатива Танжа в какой-то степени. Потому что по крепкости он ровно посередине между Дарксайдом и Танжирсом, но ближе к Танжирсу. По крепкости это очень хорошо. Так, он очень вкусный, ягоды прям раскрылись очень хорошо, и кимин тоже очень приятный, но все равно нужно уделить внимание пачкам и всем этим вкусам. По вкусам очень прикольные вкусы, и большинство мне из них очень понравилось. Первый вкус — это цинамон куки, то есть печенье с корицей, очень интересное сочетание, очень насыщенный вкус. Далее это у нас идет пряные ягоды, мне не очень вот понравились пряные ягоды, но все равно курить его можно, как бы на любителя, здесь более мое субъективное мнение. Цитрус мания, цитрус очень интересный, очень цитрусовый. Виноград. Здесь как будто используется аромка от альфакера, и это такой самый, наверное, узнаваемый виноград, который может быть только. Лимонный пирог. Только здесь не лимон пай, а лемон маффин, то есть лимонный кекс. Крутой. Для кто любит лимонные кексы, но хочет при этом покурить лимонные пироги, но хочет, чтобы он был крепким, без добавления дохи, то это в самый раз просто. Идем дальше. Бариста Чойс. Это самый первый вкус, который я попробовал, потому что мне на тот момент была реально охота покурить что-нибудь такое кофейное. И Бариста Чойс для меня сейчас прям в лютом топе. Это один из, наверное, топовых вкусов всей линейки табака Азур. Кейн Минт. Мятные конфетки тоже раскрываются полноценно. То же самое, как и конфетки, которые продаются в Америке. Кэнди Кейн Минт называются они. Чай Масала.
Очень прикольный вкус, но очень тяжело потом вывести этот запах с кальяна, потому что он очень-очень сильный. Идем дальше. У нас есть Blue Melon, голубая дыня. Довольно-таки прикольный вкус дыни, гораздо лучше, чем обычная дыня у Азура, она здесь есть. Sweet Summer Sun. Я не смог распознать этот вкус, но здесь что-то цитрусово-апельсинное с какими-то ягодами. И очень-очень интересное сочетание, как просто забил один вкус и куришь его и кайфуешь с него. California Blue — это такая голубика, не очень приторно яркая, но такую ароматику в миксе она сможет, наверное, как-то дополнить. Далее, Blueberry Muffin, черничный, то есть пирог, да? Топ, однозначно топ, а в плане кондитерки здесь больше, чем, допустим, в самой голубике, то есть черники. Melon Mania, вот он так себе, дынька такая, немного суховатая. Grey Tea, по факту это типа Эрл Грея. И он довольно-таки неплох для любителей Эрл Грея, думаю, вполне подойдет. А Winter Cherry слишком мятная, прям слишком мятная вишня. Carolina Peach, персик очень сладкий. И именно персиковый нектар, я бы сказал бы. Нектарин такой, очень прикольный. Berry Mania, я как раз, кстати, ее курю. Очень крутые ягоды, и охота было бы курить чего-то такого ягодного. Cherry Muffin, то есть вишневый пирог. Тоже кондитерка преобладает, вишня как альфакеровская, очень насыщенная, не мыльная. Кокомания, кокос. Кокос, он здесь более такой водянистый, не совсем раскрытый, его бы лучше как-то раскрыть. И лемонграсс, это настоящие лимонные дроп-конфетки, вот эти лемон-драп, если его можно так назвать. Собственно, вот так вот у нас Азур табака, и я его не курил примерно 2-3 минуты, и сейчас посмотрим, прорвет меня на кашель или не прорвет. Нет, по жиростойкости он очень идеален. Он прям держится, и если вдруг даже будет перегрев, то его очень легко обратно вернуть. По цене за 50 грамм примерно 350-380 рублей, и я считаю, что это вполне адекватная цена за именно 50 грамм, которые упакованы по дефолту, а не на развес. Также у них есть еще одна линейка, она более легче, более, как бы сказать, апертюра такая именно в фумаре. Реально. Этот табачок мне очень понравился. Если у вас будет возможность его потестировать, обязательно потестируйте. А если вы хотите получить этот пробник, то я думаю, можно как-то с вами будет договориться о встрече. Я вам дам там пару вкусов. Только как это сделать, я не знаю пока. Поэтому пока пишите в комментарии, как это можно сделать. Собственно, вот так вот. Это Азур Табака. Он мне очень понравился. И оценку я ему дам реально высокую. Во-первых, повторимся по его качествам. Цена 50 грамм, жаростойкий, крепкий, мягкий, по горлу не бьет, ароматика более натуральная, не химозная, причем во всех вкусах. Даже в обычной дыне, которая мне не понравилась, там я просто ненавижу дыню, как бы, и здесь дыня именно такая. Табак реально у нас американский, у них есть домен azurtabaka.com, то есть зарегистрированная торговая марка, все дела, тарым-парым, тарым-парым. Так что, если вы хотите его даже купить, то я ссылочку на продавца оставлю в описании, кто мне его прислал. Соответственно, можете к нему обращаться, и он вам с удовольствием, наверное, выделит как пробник, так, собственно, и продаст вам эти пачки. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Это Дава Дым, и сегодняшний гость нашей рубрики – это Азур Табака.